Телекомпания представляет. Есть царапины, нет? Не, все чисто. Так. Сделано по-другому. Какой-то бардак, лежат чьи-то носки, не первый годности срока. Мы сидим под кроватью кирпичи. Унитаз грязный, кто-то срал недавно, ободок есть, сральная бумага есть. Параша убита, вообще в хламы, говно. Огнетушитель есть. Ну, за санузел я ставлю плюс, а за кирпич под кроватью ставлю минус. Говно. Брась, я вам не советую. Комплекс отель Беларуси. С вами Андрей Молочко. Это программа «Магазин Но». Вы проверяете номер в отеле на соответствие санитарным нормам. Рис. Хранится вместе с шапкой. Это нарушение УК РФ позавчерашнее. Смотрите на вилку, обратите внимание. Гречка хранится вместе с сахаром и с чаем. Такого быть вообще не должно. Это все должно быть в морозилке. Где уголок покупателя? Давай! Проваливай. Итак, мы пытаемся снять сейчас видео нашей езды. Ла-л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 а. Йоу. Пусть отдел. We got scribbles, Anthony Acid, rocking the show. Special guest stars, Mark Bronson. First 500 just went crazy when he let they arts in it. All he did was plug me in. I got the charge and got they bras and ran through they whole department. Неволя, то ли воля. Что ты скажешь по поводу того, что я дую постоянно? Ау. Сюда, оп. Собаки, это не вам. Ой, большой подошел. Бобби, Бобби. Я включаю телевизор, а там опять оно. Смотрит на меня, как ни в чем не бывало. Героиня спасла весь мир в одиночку и ни капельки не устала. Резво скачут рекламные блоки, на куски разделяя кино. Все влюбленные вместе, все плохие подохли, вот оно. Все долго. Унылое говно. Ты жара? Мы сегодня находимся во Вьетнаме. Вьетнам хао, замело для конца. Ну, сейчас мы пойдем, подогораем на пляж, пойдемте сами. Выходим, вот здесь находится.
Я включаю радио, а там опять оно поет себе, как ни в чем не бывало, на разный мотив. Но все как одно, новые песни и старых немало. Вот печальная тема на грустный мотив. Звони слушатели из Нино. Передает приветы для всех своих и заказывает его. Унылое говно. Заныривать можно. Кого? Эх, лук, лучок, золотая луковица, ты ко мне не пришел. Новый русский писатель, новый русский роман, огромные тиражи. Это русский Кенгизи, это он написал русскую над пропастью воржи. Поведясь на рекламу, покупаю книжку, просто так, ни с того, ни с сего. Открываю, листаю, читаю, понимаю, вот оно, унылое говно. Эту песню я выложил в сеть интернет и зашел посмотреть, как оно. В отзывах читаю первый коммент. Что-нибудь подложить. Все. Есть царапины, нет? Не, все чисто. Ну нормально, не парься. Ложь, путешествие, борода. Ложь, путешествие, борода. Ложь, путешествие, борода. Ложь, путешествие, борода. Ложь, путешествие, борода.